Вот это вот Херсонская, да? 10 есть. 11 дадите? 11 дам. Что у нас уже такая красота. Ладно, это там вообще будет добавить. Название. Мармеладка срезана, да? А откуда она? Красавица. Смотри, какая крупненькая. Вообще шикарная. Вот это, смотри, какая красавица выросла. А сорт как называется? Это помельче Ух, какая красота. Сладкая, вкусная, ароматная клубника, 100 гривен килограмм. Местная клубника, 100 гривен, выбираем лоточки. Сладкая клубника, 100 гривен килограмм. Давай лоточку. Давай лоточку. Какой вам попробуем? Ну тут не с чего выбрать просто. Дайте какой хороший. Один? Да. Просто с нечего выбрать. Глаза разбегаются. Сливайся. Сладкая, домашняя, ароматная клубника. Подходим, покупаем клубничку. Клубничка, 100 гривен килограмм. Подходим, покупаем клубничку, 100 гривен. Пахнет. А сорт как называется? Это тоже из Херсона. Она вся сейчас. Вся сейчас, да. Она пока... Смотри, какая он красавица. 20,90. Как с картинки. Здесь возьму. Да. И вот, смотри, какая. О. О, у нас тут парковка уже, красавица. Выставка. Это ящики мои. А я ж не против. Не забрать с собой. Я не претендую. Я свои, слава богу, хоть на дачу выгрузил. А, да. Они тут пригодятся потом. А сейчас только валяют. Там помидор стоит, а вот так еще кабачок один. Здесь 15-110. Вкусная, хорошая. Распиваем, насыпать. Хочу. Выбирайте какой.
105-110, длинная 105, круглая 110. А нехай он помидоры берет. Почему клубник? 105 и 110. Почему клубничка у вас? Такая 150. Вот это 150, да? А крупная? Я поняла. Красавица. А это черешенка. А черешенка почему? 500. По 500. Это импорт моя черешня, да? А когда-нибудь, конечно. Нет, ну я просто... Конечно. Ну, 500, я просто несколько дней тому назад в Киеве по 1000 была. Не-не. Там испанская была. Это тоже испанская, да? А это сегодня же клубничка в супермаркете «Класс».